А чё? Кофе. Нет. Подпи... Это не кофе. Это кола. Это не кола, это черноголовка, легендарный вкус орехов. Вот, это шишка такой делает. Байкал, бодрость, таежных трав. Можно это? Ну, они быстро заживают. Газированные. От нее передёст будет. Её нет. Будешь потом ходить впереди, и ребята злиться будут. Зачем надо обзываться будут друг на друга? Думать, кто воздух испортил. А потом кто-то будет говорить, это не я, а на самом деле запашок от него. И потом, когда кто с тобой сегодня, папа приедет? Или папа, когда приедет, я тебя угощу. С разрешения только родителей. Потому что Матанька вообще... Нельзя? Потому что она, вижу, она газа... Она... Не, не про это. Потому что она сладкая? Вредная? Ну, значит, нельзя, нельзя. Я наказываю. А, зато пирог покушать, да? Нормально уже? Быстрее пойти надо? Никитос, давай отдыхай, водичку ставь, давай отдыхай. И этот... Ой, яблоки даже есть. Ну, это попозже, напоследок. Дорогу. Иди на матик ложись, после еды полежи 5 минут. Отдыхай, только никому не мешай, пожалуйста. И подумай, какие трюки сейчас, давай, включай фантазию, какие трюки ты делать будешь. Надо красиво для бабушки, для мамы заснять трюки. Почему? Вот, как Семен. Как Семен. Ты спроси, сколько Семен часов тренируется. Сколько ты тренируешься на тренировке? Сколько часов в день каждый из ребят оттачивает? Да. Ты спроси, Ники, сколько они тысяч попыток делали, чтобы это все делать. Нормально. Сделай, Катя, побольше щека. Да я боюсь. Мне ты не достанешь. Ты... Ну то, что в развернутом виде, то наоборот, у тебя тело, оно не так, это немножечко. Слушай, короче. Никит, а какие цифры последние у папы телефона? Зови, пожалуйста. 2590. Батя звонил, проверьте свой номер телефона. Как это было стрёмно. Я, по-моему, эту тему туда не звонил. Звоню я. Нет. Какой, по-моему, вариант? Не знаю, я вообще потерялся. Хотя потом ветки, когда мне сейчас всё отмахнут. А сейчас сколько времени? Сейчас время без... Я, по-моему, 6 часов с... 50 минут. Иди сюда, я бать. Алло, Илья. Здорово, здорово. Снимай потом твои крутые видео. Пока, Семён. Ага. Никит, ну, потом да. Будем снимать. Потом. До трёх даже лучше как будет. Вот так вот. Ты в понедельник придёшь на тренировку? Нет. Не придёшь, а зря. Вот, Никит, если ты хотя бы 3 раза в неделю ходил, у тебя быстрее будет и обрёл будет. Да. Нет, так 3 раза в неделю. Мне кажется, ты пореже ходишь. Ну, ты ноги, в общем, смысл такой. К осени все забрал? Да. Проверил? Да.
Все, красавчик, братан, бутылку воды. Или ты парням оставишь воду? Все, махаю ребятам рукой. С Татьяной Ивановной охраной попрощайся, ладно? Все, пока. Все, пакет, Никитос. Давай перекусим. Артем, Диман, Иван. Эй. Че, руки или лом, руки что ли мыть? Нет. Можно протереть. Да иди, Иван, идите умойтесь. Хорош. Вам сами посвежее будет. Если руки-то магнезией намазал, доделай, что хотел делать, и больше не мажься. Перекусим, и потом еще это дальше позанимаетесь. Сегодня смотрел на телевизоре, нормально вроде на телеке, YouTube, который смарт-тв, вот это. У парней спрашивают, с телефонов терпимо. Но то, что 4К или там какое-то изображение, вообще крамец. Оно не грузит почти. Переходим опять на это, 140, чего там, 200, 220, как они там, качество. Я понял, да. Дима, ну иди руки помой, братан. Выбирай, какую тебе корочку, синькорочку. Сначала такой, потом сладкий. Давай. У тебя вода есть?
запивать. Вот есть? Только не ходи, пожалуйста, не присядь, спокойно поешь. Такой сякой. Запьешь, отдохнешь. Приятного тебе. Под биток надо было чуть-чуть подождать, да. Сейчас Артем, наверное, попадет. Ну-ка, ну-ка. Чуть-чуть рано. Ай, блядь. Сейчас попал, да. Еще раз. Бери сладкий, тоже выбирай полки, такие сухие, такие сухие, можно сухие. Я вот так вот сделаю.
тебе не нужна такая трёпка. Тебе не нужна такая трёпка. Ты просто её не можешь сделать. Я дальше тебе говорить. А кому она? Она плоха. А чё? Чё плохого? Ты зато крутку понимаешь при помощи неё. Чем Димарик... Диман, чем разнообразнее у тебя будет арсенал твоих умений, тем лучше, поверь. Вот чем ты больше всякого, хоть как-нибудь, но умеешь. А потом будешь лучше делать. Даже от трехи в другую сторону больше пользы будет. Это просто тебя не получается лайбер, как ты говоришь. Папа, people, we gotta keep this thing going. You know, like the way we used to do it. Everybody was freaking. People from all over the world. You know, like the way we used to do it. In the paradise garage. People from all over the world. No party people, we gotta keep this thing going. You know, like the way we used to do it. Everybody was freaking. From all over the world. You know, like the way we used to do it. In the paradise garage. Во флажок выйти, что ли, на столбе? Жестко, Диман, жестко, Thank you.
А можно штангу? Да, Артём, помой руки. Дай перекус. Я потом. Я не хочу. Ладно, ладно. Артём, давай на максимальное количество повторов. А попробуй ее вверх подбрасывать. Рывок вверх, толкай прям, отбрасывай. Пуп, прям. Как бы подбрасываешь ее. Да нет. Не сможешь? Будешь? Не хочу. Тоже нормальная тема на удар, на такие толкающие рывковые действия. Ну вот у меня вот это тоже книжка. Я порвал раз в два дня, кстати. Нормально так. У меня неделю уже жила. У меня по-разному, у меня бывает по 2 недели жила. Иван, прям попробуй толкать ее вверх, отбрасывать. Он слышит меня, Артём? Конечно. Артём вас не слышит. А. Иван, попробуй прям вверх. Бум. Только с рук не бросай её. Во, да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. В общем, я пока накрою, а тут вот сейчас начинают мухи нас гимнастически одолевать. Чашки? Да. Чашки в другую? Нет, я тебе. Четко и левый, и правый управлять стороной. Ну, вот я и хочу. Конечно. Никто это офигенно. Ну, может, кто-то делает, но не показывает свои умения. И такое бывает. Бывает, люди на нас с улыбкой смотрят, типа, да нафиг вы этот показуха занимаетесь, там, зачем это надо. А бывает по-другому, радуются. Кто-то приходит в театр или в цирк смотреть, как люди там выступают, творят, а кто-то приходит посмотреть, как люди упадут или как-нибудь опрофанятся, или еще что-нибудь такое делают, произойдет. Сейчас суперудар покажем. Ну-ка, давай. С вертухана? Огненный суперудар? Нет, там... Четко, да. Ты муравья раздавил, что ли? Нужно вот так вот подпрыгнуть и типа в кого-то ударить. Серьезно? Ну в игре такой. Ну давай, в игре. Давай без игры. Бам! Бам! И опять культуристы пришли нам из нижнего этажа. А, нихера себе. Ну там, как, короче, вот так вот прокрутиться надо, и там четко вставить на колено и типа ударить. Это супергеройские приземления? Да, только бесполезно почти. Да, конечно, там пиздец с коленем будет и всему. И кулакам, и локтям. Близко. Сейчас плохо было, знаешь? Голова близко. Ты кто-нибудь сейчас близко был? Я потому что близко стал.
Семен, ты занимался полотенцем, убрал?
Подумал, что сейчас будет весело, не хватает твоих рук, и ты появился. Сейчас поснимаем. Че, Сера, как обстановка? Все хорошо. Нормально все? Олимпиада, олимпиадица? Без понятия. Это, конечно. Это не так работает. Олимпиадица. Далеко не так. Это может 4 раза? 50 сантиметров. Так, что у нас? Серый, нажмешь на кнопку? Я попробую дойти туда, сколько раз я смогу вообще дойти. Сейчас погоди, ну пока переодевай, что там, если ты хочешь, переодевайся. Попробую я кое-что сделать. Здесь что, здесь всего? Раз, два. Переодеваться, наверное, не буду. 3-4, а что еще? Ты потом домой сразу поедешь? Да. Я понял. У меня завтра с утра. Ой, первая смена. Переодеться, чтобы не потеть там. Все такое. Да нет, я одежду вещи все закину. А ты что будешь делать? Видео снять. Дойти в резинках. Ты тоже мог, если переоделся, мог бы попробовать. В резине дойти оттуда туда.